апреля, 2022 год, Москва. В этот день пошел какой-то невообразимый снегопад, но мы с Афоней поехали в бар «Фракция». Москва реально очень большой город, и мы пару раз вообще собирались передумать и свернуть то на выставку, то просто на красивую улицу погулять. Я в этот момент думала о том, что вот мы припремся в какой-то там бар у черта на рогах, там будут сидеть бухие орки с грустными лицами и делать вид, что им трындец, как нравится музыка. Но мы все же доехали. Уж очень как-то хотелось посмотреть на группу под названием «Казенный унитаз». Когда я встретил двух бичей, грубо говоря, да, алкоголиков, которые ходили, просили деньги у людей, и они встретили меня, я встретил их, они у меня начали просить также деньги. Предварительно всю свою историю изложив, длинную, как обычно эти люди делают, да, я их выслушал, и они в конце выдают такой: дай, говорит, 5 рублей, ну хотя бы на муравьишку, и вот такой жест делают. Я понимаю, что это муравьиный спирт, я говорю: ребят, сорян, ничем не могу помочь, и ушел. И вот у меня засело это: братишка, дай на муравьишку. Я как бы... И вообще часто встречал, да и продолжаю встречать вот такого, как бы, скажем так, такую прослойку людей, которые ходят на алкоголь себе, таким образом добывают средства, да? И просто вот по этой истории была написана песня, а там, да, там как человек идет и, грубо говоря, может быть, встречает свою альтер-эго, там уже, может быть, моя жизненная история, когда, возможно, что бы было, если бы я продолжил бухать. Да, то есть я 9-й год не употребляю алкоголь вообще, вот, и там лицом к лицу, то есть сталкиваюсь я трезвый и, скажем так, в образе бича. То есть это и личная какая-то история, атмосфера и сердце, скажем так. Уважаемые, разреши обратиться, прости, пожалуйста, прости, разреши обратиться, вот, нет, нет, ты не подумай, ну, я вот как есть, скажу, да, ну, вот, ну,
дай вот сколько можешь, ну сколько можешь, ну, ну хотя бы на муравьишку. Дай нам муравьишку, эй, братишка, дай нам муравьишку, эй, братишка, дай нам муравьишку, эй, братишка, дай нам муравьишку. Работаю с группами Шары, Казён Тас и No Coffee Lounge. Вот сейчас такой момент, кстати, для артистов, для организаторов, возможно, тоже, потому что сейчас многие зарубежные артисты будут не доезжать, а кто-то уехал сейчас из артистов в другие страны, в Грузии и так далее. То есть молодым артистам нужно сейчас начинать активно действовать, ну, записываться, продвигаться. И местная сцена может прям очень подрасти, и будет возможность как раз гастролировать там, ну, набирать какую-то популярность, вот, если проект действительно интересный. Ну, шанс все-таки есть, я считаю. Вызвали наибольший восторг песни «Обоссался», «Ведро говна», «Моча съела говно», ну и другая фекально-анальная тематика группы. Все, что я хотела получить от этого концерта, я получила. Хотела услышать и увидеть неформальную молодежь, незадроченную политикой и прочими общественными проблемами. Вот увидела, круто. Круто, что они есть, и мне гораздо приятнее, что они орут про говно ведра, чем пытаются бороться с ветряными мельницами. Хотела также увидеть молодых музыкантов нашего времени и услышать, что они сейчас поют. Вот услышала. Основной посыл — не быть как эти срущие, где попало, бомжи и попрошайки денег на муравьишку. На мой взгляд, это очень круто и очень мотивационно. А то в какой-то форме, ну, знаете, посмотрите сначала на себя и вспомните, что такое вообще панк и почему он появляется и проявляется очень сильно в какие-то определенные периоды нашей жизни. Но, наверное, это все-таки очень сложно понять, особенно для быдла, псевдоборцов за культуру и справедливость и других прослоек, так рьяно беспокоящихся о своем благополучии. В итоге я вам хочу сказать: живите, ходите на концерты, будьте сами собой и имейте на все свою точку зрения.